господин Ради Фаритович, как у вас поднялась рука на такой Божий дар? Шиханы должны стоять. Вам известь совершенно не нужна, господа БСК. Поддержать флешмоб. Это народ башкирский. Башкирский народ, да. Башкиры поддерживают Поморье. И один, как раз вот третий наш товарищ уже, это самый соратник, да, то есть он с нами плечом к плечу, можно сказать, в окопах Шири состоял. Поэтому мы не могли просто-напросто не откликнуться на боль башкирского народа. Мы едины. Они берут, разрушая Шихан, они известью этой переводят хлористый аммоний. Что такое хлористый аммоний? Вы все, наверное, слышали, это нашатырь. Он применяется, где только не применяется. Вот, например, на безизвестковую технологию Китай давно перешел. Перешел и с удовольствием работает. И не травит вот этот хлористый аммоний, как наш БСК травит известью. Он не травит, он его хлористый аммоний продает нам. Это ценнейший продукт. И Россия покупает у Китая этот хлористый аммоний, который наши БСК травит шиханом. Вы представляете, двойное преступление. Или по незнанию. Или умышленно.